19 января 17 год, Харьков. Крещение, и вот такая красота у нас. Вчера 12 ночи возвращался домой. Очень интересно, туман слался. На уровне там 20-30 метров высотой, высоты от земли. Туман ниже чисто. Идешь как под навесом, как под навесным потолком. А с утречка сегодня вот такая красота. То есть внизу практически ничего нет. А вверху намерзло этого тумана. Ну, уже осыпается он, солнышко. Ох ты, боже ты мой. Это у нас водохрещение. Вот это да. Сейчас 11 часов по Киеву. Манжосов Яр. Северная Салтовка. Мамочка дорогая. Так и вода закончится. Здесь он должен окрестить вот первым. Ну, красотища какая. А, осыпается уже, смотри, что было. А, вот у нас и служение. Да, обратно лучше, наверное, будет обходить. Надо сверху попытаться снять. Если я туда доберусь, конечно. Вот надо и туда. Ну, что я вам скажу теперь? Вы меня просите. Вот каждое воскресенье. Вот каждое воскресенье, каждый день, воздушка читает на нижней острове. Приходите. Вроде сдвинулись с мертвой точки. Ну и что это? Что это за вид? В час дня, каждое воскресенье, молитвенное здравие. Здесь будет храм строиться. Чернобыльский спорт. Обережки, ребята, подходим, обереги забираем. Вот это я решил перед работкой выйти. Так это позвучит. Так. Ну, по-моему, красотища.
Так, это памятник чернобыльцам. И пойду я, наверное. Поснимаю отсюда. Сказочная погода. Сейчас, наверное, минус 5. Ночью было минус 10. Удивительно, как туман при таком морозе. Ну, вообще, как красиво, я не знаю. Оптимизированный снеговичок. Рабочий день сегодня. Главное, на вторую смену. Вот это да! Я не думал, что таких масштабов может водохрещение набирать в Харькове. Я представляю, это ж сейчас, наверное, и на Саржином Яру. Мама дорогая! Одним кадром и не снимешь всех. О, второй оптимизированный снеговичок. Может, это квест? Собери полноценного снеговичка. Родненькие мои, да до скольки же вы тут стоять будете? Там этот поп и похудеет в таких количествах. Народ раз бы обрызгивать. Ужас. Просто ужас. Сколько народищ. Вообще погода прелесть. Я что-то подумал, что будет на вот этом столочке действие все происходить. Вчера из Купянска позвонили, сказали, полынью прорезали, 50 метров длиной, или 40, по-моему, ну, в общем, порядок понятен.
Так. Обязательно.